Официальное радиошоу Олимпийских игр «Победа». Слушай на Авторадио. Про лыжи хорошая песня есть у нас. 3, 4. Лыжи у печки стоят, ружья висят на стене. Группа спортивных ребят тихо сопит в тишине. Ждет их на утро Мастарт. Некогда, парни, гулять, надо быстрее бежать, метко в мишени стрелять. Нас обгоняют с тобой немец и швед и поляк. На рубеже будет бой, там и решим, кто герой. Тот получает медаль, кто по ночам не гулял и не в прекрасную даль, а по мишеням стрелял. Будет, товарищи, спринт, 10 км побежим. Ну, а пока что режим, в 10 отбой не лежим. Ну, а с утра на лыжню громко ревет стадион. Максим, я ни на что не сменю свой дорогой биатлон. Браво! Официально. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит. Устюгов атаковал, Курой-то обошел. Бой отрывается, он едет за золотой медалью. Все, Женя пошел. Пошел, Женя. 4-0. 4-0. Фантастика, фантастика. При такой нервной гонке. Наконец-то, вот она наша победа. Наконец-то.